Вы на канале Зайка Соня. И сегодня что мы будем делать? Играть корабль. Играть в кораблик Пеппа. Итак, кто у нас в первых рядах? Свинка Пеппа, Зои Зебра. А это у нас Педро и Джордж. У нас все ребята сидят в первых рядах и ждут, когда дедушка пришвартует свой кораблик. Итак, у нас сегодня кораблик. Конечно. Распаковываем сегодня кораблик. Свинка Пеппа. Тут у нас дедушка. Пеппа, Джордж. Да, вот. И самое главное, Ринда. И корабль. И кораблики. Что у кораблика есть? Что поднимают? Флаг, да? Флаг, да. Значит, тут в коллекции есть. Ребята, держитесь. Это что, Соня? Семья. Это семья и дедушка. Свин катает на паровозике Пеппу. Папа с мамой на машинке. Ракета. Тут площадка игровая. И домик Пеппин. И вот это все есть в коллекции. Будем собирать, смотреть, искать. Открываем? Я сама. Ну, давай. Есть такие защелочки. Защелочки тут, да, есть. Я не знаю, как. Так, коробку убираем, достать. Еще их надо освободить. Я сама. Итак, папа сейчас их освободит. Да. Спасите нас, спасите. Мы вас спасем. Соня, спасайте быстрее. А папа вас спасет. У него есть. Это Ринда. Ту-ту-ту-ту. Вот у вас. Команда. А вот. Итак, вас. Что мы имеем? Ручки, ножки двигаются. Это у нас дедушка Свин. Свистать всех наверх. Это у нас Джордж в спасательном жилете. И Пеппа. И Пеппа. Главная героиня нашего мультика. Вся команда в сборе. Команда дедушки Свина. Стройсь. Всех свистать на борт. На борт. На борт. Всех на борт. Джордж, поднять флаг. Такой флаг, да, Джордж поднял? Надо его снять. А как же мы его снимем? Флаг. У корабля обязательная вещь. А еще у нас есть такое ведерко и якорь. Что мы тут зачекаем? Еще есть на этой лодке такой красивый мотор. Такой пропеллер. Это мотор. И так она по волнам плывет, лодка. И так кораблик у нас плывет так, разворачивается. По озеру плавает так. Плавает. Плавает. Да, не надо водичка. У нас как будто водичка. Плавает так лодочка. И тут у нас появляется бабушка и говорит: дедушка! Дедушка не слышит и плавает. Дедушка! Что, бабушка свинья? Да, дзинь-дзинь. Идите все домой, я вам приготовила ужин.
И для Пеппы с Джорджем вкусный тортик приготовила. Все на пристань. Все на берег сошли. Ой, дедушка, спасибо тебе за прогулку сегодняшнюю. Было очень хорошо. Да, деда, да. Спасибо огромное. Спасибо, дедушка, спасибо. У тебя очень хороший кораблик. Красивый, красивый. Да, вот такой. Да. Пошли лучше в дом. Поспим дома, дедушка. Давай домой пошли. Пошли, пошли, дедушка. Давай, побежали за нами. Только тихонечко смотри, не упади. Дай ручку, дедушка. Пошли домой. Давай, пошли. Пошли вместе. Вот, пошли они, пошли, дошли. Пришли к домику все, да? И кто нажимает? Кто там? Это мы кто? Пароль? Это мы. Это я. И детки. О, дедушка, я вас заждалась. Джорджик, проходите в дом. Вот. Дедушка зашел. Все зашли в дом. Привет, дорогая моя. Здравствуй, дедушка Свин. Я вам приготовил... Ну подожди, Соня, кушать с холодильника. Там такие вкусности, такой тортик вкусный. Бабушка приготовила. Детки дорогие, ну давайте сначала вы помоете ручки. Да, да, бабушка, конечно. И побежали детки мыть ручки. Бабушка, бабушка, все, мы помыли ручки. Бабушка, я все помыла уже. Бабушка, бабушка, мы готовы кушать. Что у нас? Бабушка идет к холодильнику и открывает вкусности. Я после газа. Никто не подсматривает, что я вам сегодня приготовила. Стол. Чу-чу-чу. Расставляет все. Никто не подглядывает. Все. Давайте усаживаться. Что это? Это шоколад. Кто там пришел? Бабушка, мы кого-то ждем? Нет, Пеппа, никого не ждем. Пойди посмотри, кто там. Кто там? Пеппа, Пеппа, это мы. Это я, Педро. И вместе с тобой к тебе еще пришли. Пришла и вместе со мной еще пришла Зоя. О, Зоя, пошли к нам за стол. Соня, смотри, кто там у нас пришел. Это корабль. О, ребята, на самом деле, мы со всеми забыли. Сегодня-то у нас серия про кораблика, не про домик. Бабушка всех покормила, всем было очень вкусно. Но сегодня у нас был кораблик в гостях. Дедушка, свистать всех наверх. А его не надо взять, потому что его... Бабушка, в гостях была у нас сегодня и Джордж с Пеппой в жилетиках. Да? И детки, конфетки. Всем пока! Вы смотрели канал Зайка Соня. Ставьте лайки и подписывайтесь.